Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 74 из раздела «Столбчатые и круговые диаграммы». На станции техобслуживания при выполнении ремонта автомобиля ведут учет неисправностей. Данные об устраненных неисправностях свели в таблицу. Наша задача – построить по данным таблицы столбчатую диаграмму, взяв за образец диаграмму на рисунке 1.3. На вертикальной оси возьмем две клетки для обозначения 10 неисправностей. Вот построим диаграмму. Итак, месяц октябрь. Синим цветом обозначены неисправности двигателя. Их 9. Красным цветом неисправности подвески. Их 25. Диаграмма доходит до середины между 20 и 30. 25. Неисправности кузова 24, чуть меньше. И тормозная система обозначена фиолетовым цветом. Неисправности в октябре тормозной системы были у 12 автомобилей. Чуть выше 10 на 2. По таблице точно так же заполняем месяц ноябрь. Двигатель синий цвет 9, подвеска красный цвет 26, чуть выше, чем 25. 50 неисправностей в ноябре было по кузову, 15 неисправностей по тормозной системе. В декабре двигатель 18, подвеска 15, 35 кузов и 22 тормозная система. Номер Б. Изобразим схематично на круговой диаграмме данные о неисправности автомобиля за ноябрь. В месяце ноябре в неисправности двигателя было 9, подвески 26, кузов 50, это половина, и 15 – тормозная система. У вас возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.